Всем доброго здоровья. На улице зима, у нас идут внутренние работы. У меня был у этого большого окошка маленький узкий подоконник, который мы сделали с самого начала. Но время шло, значит, это не очень правильно, не очень эффективно. Я переделал его на новый. Сделал его пошире, новый подоконник, для того, чтобы стояли мои цветочки тут всякого рода. И, конечно же, весной ставить рассаду. Очень удобно. У меня спрашивают, чем я покрываю деревянные поверхности, пол, мебель, которую сам делаю. Значит, я для себя открыл очень хорошее средство итальянского производства фирмы Bormawash. Ну, сразу скажу, что, конечно, не очень дешевое, но я им очень доволен. Я покрыл им пол, всякие тут, не знаю, мебель тут какую сделал. Вот. И также я вот покрываю сейчас подоконники. Значит, это масло-восковое покрытие. Перед употреблением его немножко нагреваешь, размешиваешь. Ну или даже, когда вот что-то делаешь, его можно поставить вот эту баночку в горячую воду, чтобы оно не остывало. И покрывать, значит, какую-то поверхность в три раза. Ну, минимум два хотя бы. Первый слой, первый раз, обязательно натирать губкой. Вот я тут нашел какую-то губку. Вот так берешь, обмакнул немножечко. И вот так раз и легким движением просто вот так вот натираешь. Вот тут я уже протер. Хороший подоконничек получился у нас. Потом второй и третий слой я могу также сделать губкой, либо валиком. Пол я делал валиком, второй слой покрывал валиком. То есть, ну, это вот как бы рекомендую так, чтобы там дополнительная была пропитка. Вот. И, в принципе, нормально получается. Получается очень хорошо. Дерево, вот это покрытие защищает очень хорошо дерево. Дерево защищенное получается от влаги. И имеет такой, ну вот если оно натуральное, ничем не покрыто, никакой морилкой. Такой естественный, такой золотистый цвет даже вот какой-то. Вот прям очень-очень красиво получается. Покрытие это имеет такой небольшой характерный запах, но если в больших объемах, тоже, наверное, это надо как-то, чтобы проветрилось, что ли. Она как бы не шибко едкий, но все равно такой надоедливый, можно сказать. Может быть, потом голова заболит. Руку, конечно, я прячу в перчатку, немножко защищаю. Теперь нашим цветочкам будет тут прекрасно.